Арчибальд, Арчибальд представляет великий обзор. Погнали! Хочется окунуться в 80-е. Ну и что, собственно говоря, я сделал в который раз? Фильм «Собачье сердце», 1988 год. Еще помню, сука, в школе его нам показывали. И как прекрасно, приятно пересмотреть его уже в молодом возрасте. Москва, 1924 год. В результате одного из своих сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович. Нормально, да? Филипп Филиппович Филиппов. По-моему, неплохо. Арчибальд, ты пытаешься шутить. Ладно. Преображенский. Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие после пересадки гипофиза, и его подопытный пес Шарик превращается в человека. Сенсационная новость. Мгновенно разлетелась по Москве. Да я думаю, чувствую и по миру, да? И принесла всемирно известному профессору очередную порцию признаний славы. Однако радость его была недолгой. Вопрос о том, что из Шарика впоследствии гражданина Шарикова может получиться высокая психическая личность, очень быстро становится под сомнение. Фильм шикарный. Его нужно показывать, блять, в школах сегодняшнего времени. Я думаю, может, и некоторые показывают, да, там, в деревнях где-нибудь. Фильм почти, сука, 10 из 10. 9.9,5 баллов, блядь. Это, блядь, лучшая коллекция фильмов СССР. Детство. Поэтому даже, сука, вот даже телек можно включить и посмотреть. По телеку его показывают с удовольствием, можно смотреть. Классика. Неумирающая классика. Неумирающие актеры. Владимир Толоконников, Евгений Ясинеев, Борис Плотников, Роман Карцев, Нина Русланова, Ольга... Ой, ребята. Великолепные актеры. Просто вот шикарно. Если кто-то не смотрел его, этот фильм обязательно можно скачать, он в доступе. Это классика СССРовского фильма, кинематографа, да? Режиссер Владимир Бортко! Ну, как и, собственно говоря, с бюджета тут ни о каком бюджете идти речи не может, да? Хотя это топ лучших фильмов советских. Что самое интересное? Интересные факты, да? Фильм проходил в Ленинграде. Тоже интересно. В общем, обязательно посмотреть. Можно смотреть в будни, уикенды, без разницы. Все, ребятки. Это был Арчибальд. Фильм советую. Фильм, можно сказать, можно смотреть даже и детям. Ну, в более сознательном возрасте. Арчибальд. Великий обзор. Лайк, дизлайк, подписан. Покидос. До новых обзоров, ребята.